гораздо лучше. А попробуйте отгадать, о чем я думаю сейчас. Мне кажется, я догадываюсь. Вы думаете, как хорошо было бы сейчас поесть мороженого, да? Мне очень стыдно, принц, но вы угадали. Ну вот счастье! Ты пришла и ко мне. Глаза у тебя счастье мои ясны, голос нежный. А сколько заботливости! Да обо мне раньше никто и никогда не заботился. И мне кажется, счастье мое, что ты меня даже побаиваешься, как будто я и в самом деле взрослая барышня. Час, целый час и 5 минут времени у меня. Но за 15 минут я, конечно, успею добраться до дома. Через час и 5 минут я уйду. Конечно, может быть, счастье мое, ты не оставишь меня, даже когда узнаешь, какая я бедная девушка. А если оставишь? Нет, нет, и пробовать не буду. Час и 5 минут времени, да это ведь не так уж и мало! Простите, Золушка, но я должен передать вам очень грустное известие. Умоляю вас, не расстраивайтесь, но король приказал перевести все дворцовые часы на час назад. Он хочет, чтобы гости потанцевали на балу подольше. Но ведь это же значит, что у меня почти совсем не осталось времени. Почти совсем, но я умоляю вас, не расстраивайтесь. Я не волшебник, я только учусь. Но мне кажется, что все может кончиться еще очень хорошо. Ну вот и все! Это лучшее мороженое на всем белом свете! Я сам выбирал его! Что с вами? Принц. Ах, милый принц. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы такой добрый и заботливый, и вежливый, и лучше вас. Я никого никогда не встречала. А почему вы говорите со мной так печально? Потому что мне пора уходить. Нет, нет, я не могу вас отпустить. Честное слово, не могу. Я все обдумал. После мороженого я сказал вам прямо, что люблю вас. Боже мой, что я говорю? Останьтесь, я вовсе не такой смешной, как это кажется. Все это потому, что вы слишком уж нравитесь. Ведь за это сердиться на человека нехорошо. Простите меня, останьтесь. Я люблю вас.